А чем тебе надо помочь? Да нам задали сочинение писать на тему, кем я буду, когда вырасту. Я начала все перебирать, и вдруг понимаю, что я не знаю, кем я хочу быть. Угу. Хорошо, значит, будем пробовать метод проб и ошибок. Хорошо, а это как? Мы представляем, что ты уже в этой ситуации, то есть, что ты уже работаешь. Например, животных любишь? Понятное дело, как их можно не любить? Вот смотри, какой котеночек, такой рыженький, такой пушистенький. Да, такой милашка, прям вообще, такой пушок. Да, только смотри, котеночек у нас заболел. Заболел? Да. Беленький. Так, тихо, все нормально. Так, бери укол. Котеночку надо сделать укол. Да. Котенок заболел, так что? Ну? Нет. Ветеринар – это не мое. Итак, смотри, сейчас ты будешь парикмахерами делать, будешь мне прическу. Хорошо. Вот тебе фен. Угу. Вот ножницы. Так, еще одни ножницы. Еще одни. А зачем? Это какая-то штука непонятная. Ну, в общем, будешь мне сейчас делать прическу. Допустим, французские косички, каре, мне, в принципе, все равно, сделай что-то. Давай, хорошо. Но главное, чтобы было красиво. Ну, постараюсь. Попробуем сейчас я только. А как? Такси.
таксистом пробовать. Куда вас подвезти? Малевича 74А. Поехали! Подожди, мне нужно камеру захватить. Камеру? Ну да, я видеоблогер, мне кажется, это прикольно было бы заснять. Ты видеоблогер? Ну конечно, давай, давай еще раз сделаем. Раньше не сказала! Это же, ну ты будешь видеоблогером! Ну я об этом думала, но такой профессии нет. Ну сейчас нет, ты станешь и будет. Так это гениальная идея! Я тебе знаю, о чем сочинение надо! Спасибо, дай опять! Да, идеально, просто круто! Спасибо тебе большое, фея будущего! Да какая из меня фея будущего? Я вообще на занятия пришла, но тут вижу... Стой! Ты не фея будущего? Ну я просто, я вообще-то, то я хочу стать певицей. Ну, значит, я уже певица. Начинающая певица. Да, я пою и занимаюсь тут. И я пришла, а тут такое, ну как бы я сначала думала тебе все рассказать. И но... ты не подыграла? Да. Ну так у тебя это очень хорошо вышло. Правда, я поверила. Ну это в принципе хорошо, давай опять. Смотри, видишь, это я, это мой канал. Ага, прикольно, слушай. Да, у меня тут разные видео, и смотри, сейчас я снимала как похищение, вот, там. Ого, это у тебя сколько видео? Да, это еще не все. Круто, что ж ты мне не сказала сразу? А я, кстати, я же тебе сказала, что я начинающая певица. Вот мой клип, например, вот моя песня. Ой, класс, ты очень красиво поешь. Спасибо. Вот, у меня еще есть... Я еще и каверы снимаю на разные песни зарубежные, популярные, но у меня еще есть 2 клипа на авторские песни. А, вот, допустим, кавер еще есть. Давай с тобой сфотографируемся. Давай, а потом я. Давай. Богинская, как я и говорила вам, она будет участвовать в детском Евровидении в конце ноября. Она будет представлять нашу страну. Всем привет! Впервые за всю историю детского Евровидения будет онлайн голосование с 24 по 26 ноября. И поэтому переходите по ссылке в описании и голосуйте за меня. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Страна-участника сможет за себя голосовать. То есть я рассчитываю на вашу поддержку. Настя, неужели ты готовишься каждый день? Ну да, конкурс хоть и детский, но готовимся мы как взрослые. И почти каждый день я занимаюсь в студии «Катапульта». Вот сегодня у меня актерская, хореография, вокал и пластика тела. Настя, ну ты прям герой. Спасибо. Обязательно проголосуйте за Настю Богинскую на детском Евровидении. Ссылка на голосование будет в описании.